Шоссе 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Электронная база данных злостных нарушителей ПДД в России заработает в следующем году. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. Пользоваться перечнем смогут, например, страховщики, выставляя лихачам более высокую цену за автогражданку. Или руководители транспортных компаний, которых интересует подноготное тех, кто претендует на вакансию водителя. Идея, конечно, неплохая, но не является ли это очередной предпосылкой для коррупции? Да-да, заплатил кому нужно, и ты снова законопослушный и примерный водитель. Трасса 101. МЧС выступила с напоминанием: огнетушитель должен быть в каждом автомобиле. Напоминание своевременное, потому как наступил холодный сезон, нагрузка на автомобильную электрику из-за включенного отопителя и других приборов возросла. По словам специалистов, для обычной легковушки подойдет порошковый огнетушитель массой от 2 килограммов, для внедорожников от 3. Если возгорание произошло в моторном отсеке, то резко открывать капот ни в коем случае нельзя. Если загорелось где-то возле топливного бака, то выход тут один – убегать подальше. Трасса 101. Новый Kia Mojave будет стоить минимум 3 100 000 рублей. Продажи полноприводного рамного внедорожника стартуют в начале ноября. Оснащается он 6-цилиндровым 3-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат. В начальной версии предусмотрены, кроме прочего, светодиодная оптика, 7 подушек безопасности, рейлинги на крыше, система контроля давления в шинах, электронный стояночный тормоз. Трасса 101. Новый экологический сбор появится в 2021 году. С владельцев кроссоверов и внедорожников массой свыше 1800 килограммов будут брать по 10 евро за каждый дополнительный килограмм. Речь идет о Франции. Власти страны таким образом будут бороться с загрязнением, которое причиняют окружающей среде тяжелые машины. Интересно, что наиболее популярные в вотчине президента Макрона кроссоверы марок Peugeot и Renault весят меньше установленной нормы, так что в первую очередь нововведение затронет владельцев немецких авто Audi, BMW и Mercedes-Benz. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.